Яблоку негде упасть. Нет, буквально, вы просто посмотрите на это. Кажется, что весь Барнаул здесь. Фестиваль продлится 5 дней, запланировано около 40 событий, и приедет 50 звездных гостей. Вы все счастливые люди, что вы живете в таком замечательном месте, какое-то место силы. Я испытываю необычайное волнение, находясь здесь. Всегда мечтал здесь побывать, слава богу, это случилось. Я работал по всему миру, снимался во всех странах практически мира, но так как здесь, так волнительно, действительно, себя никогда не чувствовал. Алтайская земля вообще великая земля. Я считаю, это жемчужина России. Правильно? Смотрите, тут и Леша Булдаков, который недавно ушел в мир иной, и Рождественский, Иван Александрович Пырьев, прекрасный режиссер был такой, великий советский кинорежиссер, и Миша Евдокимов, и Валера Золотухин. Смотри, сколько имен, сколько звезд настоящих не придуман. Не Киркоров, блин, а настоящих звезд. Понимаете, дорогие мои, не Басков, противный. Зову тебя, Россию, единственной зову. Расскажите, почему решили прийти на открытие шукшинских? Ну, Шукшин нравится, душевность действительно о простых людях говорит. И девиз кинофестиваля «Нравственность есть правда» действительно очень близок к жителям Алтайского края. И здесь действительно особая энергетика, как сказал один из гостей сегодняшнего мероприятия. Очень приятно здесь находиться, на самом деле. Для меня это день памятный, праздничный. Я ценю его как человека, как писателя, как режиссера. Я просто преклоняюсь перед его именем и рада за всех присутствующих. Спасибо Василию Макаровичу, потому что живу с детства, жила на этой улице с детства. И мы ему благодарны. У нас всегда порядок на нашей улице. Заасфальтирована улица, всегда благоустроена. Ему благодарны. У нас такой праздник. Чуть в отдалении от открытия фестиваля образовалась вот такая куча народу. Здесь, не поверите, раздают автографы. Стихийно. И я очень надеюсь, что конкурсный фильм «Последние испытания», который будет показан в Алтайском крае, смогут увидеть все, кто пришли сегодня на эту площадь. Так, например, первый показ этого фильма состоится уже сегодня в кинотеатре «Мир». Начало в 20 часов. Скажите, кто-то планирует прийти? Да! Конечно! В этом году праздновали бы 90 лет Василию Макаровичу Шукшину, фестиваль юбилейный, поэтому масштаб фестиваля чувствуется. Сегодня в планах более десятка событий, это выставки, встречи с писателями, а вечером состоится открытие кинофестиваля, кстати, 21-го. Но об этом мы расскажем вам чуть позже в других выпусках новостей. Дарья Демилер, Николай Шилков, «День с толком».